Депутаты законодательного собрания Новосибирской области подняли вопрос государственной стоматологии. Деятельность этой службы региона изучит специальная рабочая группа. Ее создают по инициативе депутатов комитета по социальной политике. Главное от любой службы – это услуги качественные по здравоохранению населению. И на сегодня депутаты коллеги задавали те вопросы, которые накопились у них с их округов, прежде всего, потому что это вопросы не только мегаполиса города Новосибирска, это вопросы остаются у жителей Новосибирской области. Главная дилемма – платно или бесплатно. По полису ОМС в стоматологии крайне ограниченное число услуг, да и цены не маленькие, хотя ниже, чем у коммерсантов. Но и это не все. Госстоматология не всегда доступна. Местами таких кабинетов просто нет. Как пример, Октябрьский район Новосибирска. Там стоматология акционирована еще в 90-е. Работа идет по госзаказу, но этого для удовлетворения социальных запросов, считают депутаты, мало. Я все-таки о старшем поколении. Вот здорово, что мы все-таки увеличили финансирование, но, опять же, вот смотрите, мы увеличили финансирование, смогли оказать бесплатную стоматологическую помощь 3 тысячи с небольшим человек, да? А очередь у нас увеличилась 30 тысяч, то есть очередь немножко вперед уже растет.